Во-первых, с победой, во-вторых, со второй подряд, наверное, удачной личной игрой. Как-то одна от другой отличалась или обе? Голевые, результативные? Пока все удачно складывается, но только результат вчера был. Не все у нас получилось, сегодня все хорошо уже. Сыграли, сделали то, что от нас требовалось. Разница? Соперники разные? Или мы разные? Вчера и сегодня? Ну и соперники, наверное, и мы все-таки где-то поменяли звенья. Что-то подкорректировали, ну и получилось то, что не получилось вчера. Ожидал от себя, да и вчера, и сегодня, вообще голевой серии в сборной, по самочувствию? Здесь важен общекомандный результат, а не каждого. То есть мы все работаем на команду, делаем то, что от нас требуется. Ну, так получилось. Насколько я понимаю, в не самом добром здравии ты прибыл в сборную? Ну да, я последний матч за «Шахтер» не играл. Сейчас еще до конца не поправился, но за сборную играть – это всегда большая честь, неприятная. То есть, несмотря ни на что, я приехал. 2+2 – это когда еще не совсем поправился. Что же будет, когда совсем поправишься? Может, не пойдет, пока все нормально получается. Повезло. Есть желание продлить завтра серию матчей с норвежцами? Да, будем играть только на победу. Это во втором матче дня. А в первом матче дня болеть за сегодняшних соперников? Ну, будем надеяться, да. То есть все, что не получилось у нас самих, будем надеяться, что сделает соперник.